Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1045, события дня. Откровение 22.12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Можем все места просчитать. За 26 октября 2018 года. Наше объявление. Можно просчитать. Это можно просмотреть ролики, что я к тому, что все это безобманно. А то иногда просят деньги, да и мы не просим, просто объявили. Дальше Господь знает. Сразу говорили тут, что может помочь там кто-то. Ну, пожалуйста, это не запрещается. Дмитрий пишет, прошу ваших молитв, потому что только вашими молитвами, наверное, я и могу совершать то, что совершаю. Иначе по-человечески сложно объяснить, как это все получается. Но верю, что Господь помогает, а помогает Он по молитвам церкви. Поэтому, когда поминают патриарха, пожалуйста, не формально, а искренне молитесь за своего патриарха. Из ответов на вопросы участников 8-го общецерковного съезда по социальному служению 19 октября 2018 года. Очень приятно слышать такие слова патриарха. Легли на сердце, так как искренне сказаны. Рахиль. Прошу молитву ваших святых, чтобы я доехала в Татарию и восстановила пенсию. Дмитрий. Забегая вперед, скажу, что мне легче всего дались Евангелие от Матфея и Иоанна. Прям как красивый стих. От Марка и Луки почему-то сложнее. Не понимаю, с чем это связано. Также сложно деяния апостолов. Невооруженным глазом видно, что автор Лука. А вот послание апостолов очень-очень легко, как и Евангелие от Матфея и Иоанна. Я соглашусь с Сергеем Парализованным. Здесь я, как и он, возлюбил Господа, будучи изучая Ветхий Завет. Но вот не совсем с ним согласен, что в Ветхом Завете открыл Господь себя в образе Отца. Он показал нам себя там во всех ипостасях, но очень-очень далеко, как говорил апостол Павел, что это была тень будущих благ. Для меня Господь в Ветхом Завете показывает себя великим Творцом, любящим свой народ невероятной любовью. Но только через Сына Иисуса Христа мы сможем постичь всего нашего Господа. Он и есть та дверь и тот краеугольный камень. Вчера мало записывал, какие тут события. Занимался в саду, ну, и на территории тут немного сад. Пришли уборщицы в храм, и одна из них, Надежда Дмуха, тут занимается, две яблоньки посадила, а от корней вишни тут кустарник целый. И она сказала убрать это. Ну, пока все убрал, она там цветы старые повырвала, потом все это вывозить на свалку надо было. День-то идет. Ну и главное для пенсионеров – это семикратно в день на молитву. Псалом 118, 164 стих. «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». Я могу сказать на 100%, не ошибусь. Ну, один, вот 7 раз, а один что означает? Три святое, то есть Царю Небесный Утешитель, заканчивается Отче наш молитва. И потом 100 поклонов. Я показывал, как это делается, уже все. Те, которые нападают, которые тут богохульничают, которые что-то пытаются исследовать, там то диакон, то священник какой-то сидит, там мямлит, сказать-то не может ничего, Библию в руках не держал, видно. Я могу определенно сказать, они 7 раз в день не молятся. Только одно. Если у человека связь с Богом есть, да разве Господь позволит тебе лгать? У меня еще ни одного не было, который нападал бы и сказал, вот в этом вам надо исправиться, вот это у вас нету. Нету. То есть любое, что только есть, любой ролик, гадят и все. Гадят. Почему? Они молятся. И поэтому сатана крутит, вертит. И такая озлобленность у людей. Там диакон какой-то, миссионер. Разные-разные. Там даже фамилии их нет. То Максимов, то Дулевич, то деревянные мозги. Вот смотрю, совершенно ничего не понимают. А учатся в семинарии. Такое озлобленное состояние. Ну, тебе не нравится, ну, зачем гадить? Тут печь чистим, печка обыкновенная. Поехали, время затратили. У меня ванны нету, весь в саже вернулся.
Ну, что тут с рукомойника? Ну, все сделали, делаем-то бесплатно. А человека-то ничего нету. И поехали, машину туда бьет, туда сейчас обратно. Ой. И все равно злобствуют. Собрание пройдет, их никак не касается, разбираем все вопросы. Мы же ничего не скрываем. Ну, возьмите, там выступает, которые такие известные священники, там диаконы, где, ну, пусть они покажут, как они живут. Ничего нету, сидит под часами и хлюпает там все время перед собой воду, чуть не искринки. Без страха уточняют себя, вот смотрю, ну, неверующие, ну, где же вера-то? Ты же умирать будешь. Червям-то корм какой приготовил? Там ликование-то какое будет для могильных червей-то? Ну, и вот сидит на животе крест, он сползает непрерывно, то влево, то вправо, то влево. И он еще не понимает даже этого, что перед народом-то, ну, видно, что ты себя не воздерживаешь в этом. И вот он пытается учить, говорить, что-то смотрит. Ну, выйди хоть раз на улицу-то, чтобы тебя видно было, кто ты такой, где. То благословляют танки, там все это воевать. Тысячи душ нахватали на себя. Страха-то нет никакого. И все это катится к одному концу. Вот правильно у Андрея Кураева было написано, говорит, была ж церковь гонима. Так, все это было. Ненавидимое. Но чтобы презираемое вот так вот, этого не было. Вот читаем Деяния апостолов, 5 глава, и говорит. В народе страх был, к ним боялись посторонние прикоснуться. Вот. А народ прославлял их. Прославлял, видели, вот это люди, вот это живут, вот они добрые, как Ливаний говорил. Какие жены у этих христиан. Но сегодня-то нету. На вторую букву Алфа это все. Забитый храм буквально этим. Такая разруха в храмах, торговля, только деньги, лукавство. Сказали не продавать патриарха, а все тогда добровольное пожертвование столько-то. Добровольное пожертвование это не указывается сколько-то, ну обман. И все это крахоборство, вот это мамона, не можете служить Богу и мамоне. То есть служите мамоне, а не Богу. Народ-то стоит, как столбушки, как говорится, чурки. Никто ничего не понимает. И все еще за славянский язык это держится. Я-то беру свое, вот пришлось заблокировать, я точно сейчас не знаю, но около 6500. Просто богохульствует. И на меня Бог дает, столько налазит, это ну, награда за это. Радуйтесь и веритесь, когда напрасно. Не пострадал бы, как вор или злодей. А я некоторых-то знаю, ой, живут в таких смертных грехах, в блуде, в другом дело, воруют. И они нападают. Ну что, обрати их, Господи. Они не знают, что худо творят. То есть совершенно сожженной совестью. И притом это каждый день. Нет ни одного ролика, который бы не гадили у нас. А ничего тут нету. Беседуем, допустим, ко мне. Вот. И заходит. А зачем заходишь, когда ничего нету? Не твое это место. Здесь нужно знать Писание. Святых отцов. А святых отцов знать – это 300 томов книг. Томов. Фолианты называются. Каноны, правила, книга правил. Надо знать все правила. Правила – это не история, не пасторальный роман. Каждое правило, оно независимо от другого. И надо знать, какой собор был, с чем связано, как приняли, как он действует. Ничего этого нет. Жития святых, 1173 биографии. Вот 4 параметра. Библия, патристика, каноны, жития. А нападают, они ничего не знают. Он заходит только, секта, секта. Это все плоды Дворкина растут. Секта. Он не знает, что такое секта. Кто-то отвечает, ну, секта тем отличается, что нет священства. А у них священник. Он не слышит. И вот такой плюгавенький сморщок сидит и везде давит. Ему заплатили за это. Я постепенно-то узнаю. Это одно и то же. Изо дня в день. Этот гаденыш всем надоел уже и соседям, и всем. А он-то думает, он что-то делает, а я деньги зарабатываю. Никто не поймет, а за что ему платят. А вот я заработал, не выходя из дома, в Таиланде был в лучшей гостинице. А за что? За пакость. А помирать-то как ты будешь? Бедная твоя душа. Ну, жалил, жалил налево, направо. А дальше-то что? Будьте мудры, как змеи, но не злобные, как змеи. И будьте добры, просты, как голуби, но не глупы, как голуби. Ну, надо брать-то определенное, вычленять.
Вот если говорится «лев из колена Иудина», значит, царственное положение среди зверей. Если лев рыкающий, это значит его злобность, кровожадность. Даже ничего не хотят знать. Первым делом захожу утром, если, ну, я в 3 часа где-то так стою, иногда пораньше, даже в первом, очень большая почта, и на форуме много, а форумы там администрация подкидывает с разных ресурсов, с контактов, там, Facebook, наверное, не знаю, у нас все есть, и Twitter, но я нигде не бываю, кроме своих ресурсов, вообще нигде. Когда надо, у меня система определенная. Кто-то подкидывает, каждый день почти, друзья, посмотрите, посмотрите. Вчера фильм не Иона посмотрели, да, это «Изменяющее время», уже 2 раза посмотрели. Да и вот на ролики-то нападают, видимо, нажимают самое популярное. Ну, за столом сидим, ну, прямо аж от злобы лопаются, видно, голодные, есть нечего. Я показал, утром у нас 15 разных продуктов на столе. Вот вчера, знать не знаем, но 10 килограмм примерно винограда принесли. Винограда. Я говорю, ну не надо, никаких. Поставил человеку, ушел. Это Бог располагает. Ну вот делимся, кто заходит, всем предлагаем. Виноград. Не местный, видно, что оттуда крупные очень ягоды. Да. Вот события. Все события. Я вышел, 2-3 покормил голубей здесь на земле, потом залез на голубятню. Тут с кошками, с котенком. В другой комнате у Надежды Васильевны маленькие 2 котенка Бускины. Я их прикармливаю, чтобы они знали, куда ходить и как. Интересно. А время-то идет. Вот так. Ну и наши ресурсы можно показать, кто не знает. Значит, ну в первую очередь, тут что-то... Сегодня у меня был аккаунт, кто-то зашел якобы, но проверили, не зашел. Заботятся о нас, молодцы, спаси Христос. И за YouTube, за всех мы молимся, чтобы Господь благословил этих сотрудников. Вот мой мир, самые любимые из всех тут одноклассников. И сравнивать даже, какая была здесь, ну все многое убрали, но все равно легко искать темы, все открыто, связь. Ну, представь себе, вот, ну, тут мало я еще выставляю, вот, друзей 4199, фотографии 21001, видео 9552, ну, и музыка 164, то есть очень богатый ресурс, фотографии еще нынче ставить буду, как не доберусь, вот, ленточный, православный форум, 1600 тем. Сколько людей приходят, скидывают. Я, а они там никак сюда не могу, чтобы сами непосредственно ко мне заходили. Ну и вот православный видеоканал. 78-38. Обновим, посмотрим. Вот 83 уже. Вот сегодня немножко выставил 8 роликов. Ну, днем еще бывает запишу что-то. Вот, а первый ролик... Это что? 18 минут события дня. Занятие по изучению Святой Библии. Час 36. Истинное крещение. Час 4. Православная община 46. Афанасия Еленская. Жития 25. 19 минут моя проповедь. Златоуста 41 минута и 9. Ну и считай, сколько. Ну где ты прослушаешь? Все. Один одно слушает, другой другое. Вот. Сегодня на «Жития» еще никто не открыл. Ну, нету. «Жития» очень интересно. Новости из Потеряевки, 2000, уже день прошел. Вот. «Забота сестер» едва отбился от подарка. 3481. Ну какая-то 3000-то. У кого 3 миллиона там 1000 раз. Ну, там пустой, зашел и ушел. А здесь люди научаются все время и пишут об этом, и благодарят. Вот так. Во храме все возвещает о его славе. Вот у тебя «Алтайская правда». «Голубь никогда не живет у злого человека». 947 человек посмотрели. Я беру это из «Алтайской правды». Страница 3. 19 февраля 2005 года. Видите, какие данные. Те-то, которые тут священники, другие, у них ничего этого нет. У нас вот эти занятия постоянно идут.
похороны, тут работаем на дороге, жития святых, то есть полный комплект. Православная община, устав общины. Слава Иисусу Христу! Сестра проверяет, старшая, как у нас тут все. Ну и самый большой ресурс этого в свете Библии. Тут все. И проповеди, тысячи проповедей, и книги, и Новый Завет с толкованием для Слова Божьего есть. И звук и видео это, ну и понятно, что аудио и видео очень и очень богатые. Фотографии, фотоархив, стихи. Ну, стихи тут 3467 моих стихов, не чужих. И ответов 4124 на 55 папок. Вот так. Вот, допустим, крещение, 21 пункт. Тут я его нажал, крещение. Вот открылись все вопросы. Вопросы с 415 по 450, том 1, страница 431, том 1. Нажимаю. Вот они теперь раскрылись, вопросы. Дальше. В чем виноваты люди, которые неправильно крестили в церкви, которых? Вопрос 72. Ну, это о первом томе. Ну, допустим, тебе это интересно? Нажали на нее. Все, теперь пошло. Вопросы, ответы, кратко. Это очень сильно сделано. Вот. Вопросы. Вот я взял вопрос, допустим. Русский язык, 45-й пункт. Открыл. Вот вопросы. Дальше. В апостольские времена Бог давал моментальное знание иных языков. А после этого явления в более позднее время встречалось ли? Вот теперь навожу на него. Где вопрос? 1953. Седьмой том «Открытым оком». Это мои книги. 33 тома. Каждый том 752 страницы. Нажали. Вот ответ. Вот Паисий Великий. И кавычки открытые. Кавычки. Вот. Ответ, вопрос, ответ. Еще, допустим, мы зашли что-то. Многие верующие говорят, что кто кого в чем судит, в том же и сам впадет. Так ли и почему? Приведите примеры. Вот я теперь, вот она, 2340 вопрос, 10 том. Вот, я нажал на него. А вот теперь пошло. Вот она. Отвечаю. Это я отвечаю студентам, люди, которые приходят в разных университетах. Во всем любовь к Богу и к Библии, к тому, с кем конфликт. У нас было исключительно натянутое отношение с нашим архиереем. Ну и вот так. Вот теперь, который он пишет. Архиерей, вот он, смотри, пишет. Дальше. Так. И дальше стихотворение в конце. Знание, Писание одухотворяет. События любые, все вещи и детали. На что не посмотрю за скрытыми дверями, и самое, что ни есть, брони и лучшие стали. Во свете вечности рассмотрим этот день, свою кровать и первые шаги. Прообраз воскресения из-под завалов стен, покровы одеял, наркоз и сна в мозги. Делами праведности душу облекать, повсюду отрекаясь помощи бесовской, Христа незримого узрю на облаках, земли сгоревшей, почерневшей остов. С молитвой дверь поутру отворю, она прообразует мне Иисуса, знак отречения от мира — этот крюк, врагов-губителей к нам за порог не впустит. Потею, обрабатывая землю, в единственную душу насаждая злаки, учению апостольскому внемлют, что за труды динарии им заплатят. Пропалую сорняки, грехи и постоянная нужда в поливе раскаяния. Проповедью, сетью не рыба для ухи, а души, как гласит Священное Писание. Все из Христа, к Нему и возвратиться, в любом, кому я помощь окажу. Святая истина, к себе подобной птица. А было время, жил, как бы навозный жук. Дорога пыльная, политики шумиха, помылся, покаянием очистил согрешение, и Бога ощутил в движении ветра тихом. Вот ястреб ловит голубя, душа моя мишенью. Необозримые вокруг учителя сопровождают сонного в постель могилу. Нам руки женщины не сладость, а петля. В сердцах Сбербанки. Стих накопит силу. В
2 октября 2004 года. Вот видите, вот один только вопрос. Я опять захожу сюда. Вот, допустим, природа, 37-й, на выбор, так, что о природе? Вот насчитаем, нарушает ли христианин заповедь «не убей», убивая животных? Толкнул в них, а вот и написано. Заповедь «не убей» касается только человека, но убийство животным человека – это следствие греха. Некоторые пытаются избежать этого, вегетарианцы, которые едят только овощи, протестуют против ношения мехов, буквально обоготворяют природу. А это уже настоящее идолопоклонство, пантеизм, обожествление природы. Премудрость Соломона 13.2 и 12.24. А посчитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь, подобно неразумным детям, и посчитая за богов тех из животных, которые у врагов были презренными. Буддийские монахи метут метелкой перед собой и носят повязку на рте, чтобы не повредить какое-либо насекомое. Вот на это у меня стихотворение на все есть. Люди, мураши и мотыльки, разница какая между ними? Однодневки у большой реки, непогодою к земле гонимы, скоротечно. Мастер дел заплечных на своем пеньке едва присел. Скольких усыпил и покалечил, ни минуты за века без дел. Осенью желтеющие листья опадают нам, напоминая. Не успеет человек родиться, в саваны пеленки пеленают. В этом преуспели в нас болезни, кладбища, аварии, пожары. Через окна в двери в нас залезли, на пеньке опята на опаре. Все изобретения, достижения при доспехах взяли нас в кольцо. Ночью, днем малейшее движение, и они плюют уже в лицо. С кабрезной щесоткою бациллы, оспы, холеры и чумы. Чингисханы, Гитлеры, Атилы, сколько же слепых коллег, немых, атакуют звери и гадюки. В воздухе, в воде и на земле, с запада, с востока, с севера и юга угрожает смерть. Тяжелый плен, безысходность наполняет разум, оборону в химии ищу. Колющие, режущие рядом мины на рентгены ищет щуп. Неуютно недопетым песням, изгнанным из рая здесь в гостях. Нет болезней в Царстве Небесном, только бы пенек мой не зачах. 20 июня 2002 года. Тогда еще стихи писал, теперь уже лет 10 не пишу. Второе? Да нет, меньше. Это второе писал, ну, минимум уже, наверное, 5-6 лет. Кажется, давно-давно. Вот так. Ну, на этом, можно сказать, сегодня и все. Батюшка приехал, отец Аким позвонил с Потеряевки. Вот забыл сказать событие.